продается участок в собственности 10 соток в Росташах 3. Цена 170 тысяч рублей. Рядом Росташинские пруды. Телефон 23 30 88. Продается двухкомнатная меблированная квартира в Оренбурге по улице Герцена 47. Телефон 22 73 07. Сдаются оборудованный рыбный цех, сауна, склады, холодильники, офисы в Степном. Недорого. Телефон 93 77 12. Оформление наследства, земельных участков, самовольных строений, пристроев, перевод жилого в нежилое. Телефон 60 12 91. Компания «Вымпелгарант» проводит работы по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту систем охранно-пожарной сигнализации, охранного телевидения, контроля и управления доступом, постановка на пульт централизованного наблюдения, группы быстрого реагирования. Подробности по телефонам 78 88 26 или 78 88 31. Бетон. Телефон 8 987 203 33 72. Реализует на автобус ПАС, ДВС, КПП, редуктор, балка, рессоры, гидроусилитель руля, электроаккумуляторы с капремонта. Телефон 8 922 880 63 27. Учебный центр «ЩИТ» проводит набор на курсы подготовки частных охранников 4, 5, 6 разрядов, прием квалификационного экзамена и периодической проверки. Обращаться Донецкая, 131. Телефоны 68 82 82, 25 75 78, 68 82 57. Ремонт стиральных машин, продажа запчастей. Телефон 60 60 80. Учебный центр «ЩИТ» проводит обучение, продление лицензии на травматическое охотничье оружие. Обращаться Донецкая, 131. Телефоны 25 75 78, 68 82 82, 68 82 57. В страховую медицинскую организацию требуется программист со знанием программы 1С «Бухгалтерия» с опытом работы от 3 лет. Телефон 30 12 09. Требуется специалист паковки. Телефон 76 20 44. В производственную организацию требуется сварщик, опыт работы от 3 лет, слесарь-сборщик, опыт работы по монтажу металлоконструкций, юрист, высшее образование, опыт ведения кадровой работы, плотник-станочник, опыт работы от 3 лет, допуск к станкам и оборудованию. Обращаться в рабочее время по телефонам 30 62 54 30 62 53. Требуются швеи и закройщик. Телефон 25 13 62. Требуются лицензированные охранники. Телефон 23 28 44. Требуется сварщик. Зарплата от 25 тысяч рублей. Телефон 22 20 26. Требуются рабочие на производство керамзитоблоков. Иногородним – жилье. Телефон 677-556. Требуются лицензированные охранники на вахту и суточные посты. Звонить 8 932 554 96 39, а также 600 849. Организации требуются водители категории С и Е БелАЗ, машинисты экскаватора, бульдозера, автоэлектрики, вахта в Оренбургской и Челябинской областях. Телефоны 8 909 614 76 20, 8 922 897 77 77. В парикмахерскую требуется маникюрный мастер, парикмахер-универсалы. Большая проходимость, высокая зарплата. Телефон 97 96 11. Требуется маляр по покраске автобусов. Оплата от 30 тысяч рублей. Звонить 8 922 820 46 97. В парикмахерскую семейная требуется мастер-универсал, маникюрный мастер. Телефон 25 31 85. Требуются лицензированные охранники 5-6 разрядов. Звонить 699 666.
В поселке Овощевод требуются лепщицы пельменей с опытом работы. Звонить 24 12 11. Требуются водители на новый пас, маршрут, телефон 455-717. В торговую компанию требуется оператор ПК со знанием программы 1С торговля плюс склад. Телефоны 25-06-27, 22-70-54. Требуется кладовщик, грузчик-комплектовщик, продавец на стройматериалы, кассир-операционист и уборщица в магазин. Телефоны 540320, 8-912-345-71-61. Требуется кузовщик-сварщик, маляр по ремонту кузовов автобусов. Оплата от 30 тысяч рублей. Звонить 8-912-358-80-51. В кафе срочно требуется повар. Телефон 24-60-99. Требуются уборщица и прачка. Телефон 24-65-65. Требуются охранники. Зарплата своевременно плюс аванс. Телефон 53-54-98. Требуются лицензированные охранники 5-6 разрядов. Соцпакет. Телефон 8-905-891-96-05. Требуются пилорамщики и водитель на ГАЗ-53. Звонить 55-46-47. Требуются частные охранники, в том числе женщины, трехразовое питание. Звонить 31-28-02. Требуется водитель на грузовую «Газель». Телефон 90-37-01. Требуется машинист бульдозера, водитель с категории «Е», прицеп. Телефон 61-49-31. Требуются лицензированные охранники 4-6 разрядов, вахта, Московская область, доставка и проживание за счет предприятия. Звонить 8-922-802-77-66 с 9 до 17.00. Медработник 27 тысяч рублей. Администратор 24 тысячи рублей. Телефон 23-52-58. Администратор 22 тысячи рублей. Бухгалтер 23 тысячи рублей. Телефон 60-26-53. Помощник руководителя 30 тысяч рублей. Телефон 51-97-40. Офисные сотрудники 21 тысяча рублей. Телефон 57-67-80. Работник с документами от 18 тысяч рублей. Телефон 60-61-85. Начальник отдела труда и заработной платы 40 тысяч рублей. Офисные сотрудники. Телефон 58-57-70. Замдиректора 50 тысяч рублей. Бухгалтер 32 тысячи рублей. Звонить 51-15-82. Медработник 27 тысяч рублей. Снабженец 31 тысяча рублей. Телефон 93-56-15. Помощник управляющего 25 тысяч рублей. Делопроизводитель 22 тысячи рублей. Звонить 26-69-54. Товаровед 30 тысяч рублей. Оператор ПК 20 тысяч рублей. Телефон 26-29-39. Юрисконсульт 28 тысяч рублей. Телефон 92-89-85. Бухгалтер от 30 тысяч рублей. Сотрудник в офис с высшим образованием до 28 тысяч рублей. Звонить 59-49-40. Руководитель 60 тысяч рублей. Бухгалтер 25 тысяч рублей. Телефон 51-45-90. Срочно администратор в офис. Телефон 23-29-20. Работа в офисе, в том числе для студентов и пенсионеров. Телефон 69-32-00. Работа, офис, стабильный доход. Звонить 59-92-58.